Для любителей лыж в Одинцово существует спортивный парк отдыха имени Ларисы Лазутиной. Эта лыжа-роллерная трасса имеет два кольца, протяженность 3,6 километров. Каждый желающий может прокатиться на любой из них. Если вы новичок и еще не успели обзавестись собственными лыжами, не беда. Здесь всегда есть возможность арендовать необходимый инвентарь и даже нанять инструктора, который научит правильно и безопасно кататься на лыжах. Ну а после прогулки можно отдохнуть и выпить чашечку горячего чая в кафе, расположенном на территории парка отдыха. Если вы любитель прокатиться на горке с ветерком, приобретите ватрушку. Нет, это не хлебобулочное изделие с начинкой из творога, хотя по форме действительно напоминает именно его. Наша ватрушка поможет вам сбросить калории, а не набрать их. Такое развлечение подходит и детям, и взрослым, поэтому популярность ватрушки, ее еще, кстати, называют тюбингом, с каждым годом только растет. И, конечно же, нельзя не рассказать о коньках. В детстве многие мальчишки представляли себя профессиональными хоккеистами, играя в коробки соседнего двора. Ну а девчонки воображали себя фигуристками. В Одинцово есть несколько уличных катков, главный из них расположен на центральной площади города. А также имеется профессиональная крытая ледовая площадка в центре хоккея и фигурного катания. Посетив их, вы сможете вновь вернуться в детство и весело и беззаботно провести время. Если у вас нет собственных коньков, вы можете взять их на прокат. И независимо, какое зимнее развлечение вы выберете, положительные эмоции вам точно гарантированы. Екатерина Старосветская, Анна Перевёрткина, телекомпания «Одинцово».